Екатеринбуржцы гадают, кто стал автором арт-объекта на улице Малышева. Утром прохожие обнаружили пенопластовый автомат Калашникова, растянувшийся между двумя деревьями. Рядом стоял и пенопластовый стул, обмотанный скотчем. Что означает инсталляция, сказать сложно. Гораздо легче посчитать, сколько деталей из пенопласта использовал художник. Их в автомате почти 50 штук и около 10 в стуле.